Прямоугольный аквариум объемом от 30 до 100 литров. Оснащается однослойной пластиковой подсветкой, подложкой из пенополистирола, декоративной пластиковой рамкой и декорацией на задней стенке. В изготовлении аквариумов применяется высококачественный клей, черный и бесцветный. Более 80% наших покупателей предпочитают черный клей. Все грани аквариума отшлифованы. Отбортовки служат усиливающим креплением лобовых стекол и препятствуют уплескиванию воды. Покрывные стекла укладываются на отбортовки. Они предназначены для уменьшения испарения воды. Однослойная подсветка оснащена крышкой для кормления рыбок размером 18 на 12 см. Управление светом осуществляется выключателем. Внутри подсветки встроен патрон Minion E14 под энергосберегающую лампу теплого спектра мощностью от 7 до 12 Вт. Второй вариант подсветки – два патрона Minion под энергосберегающие лампы. Снизу декоративная рамка скрывает технологическую подложку и дно аквариума. Широкая цветовая гамма исполнения рамки и подсветки. Аквариумная декорация задней стенки в подарок!